Социальный фонд республики предоставил около 900 путевок для льготной категории граждан, 400 из которых с начала текущего года уже воспользовались данным видом господдержки. На сегодняшний день общее количество имеющихся путевок составляет 2400. Отметим, что к льготным относятся люди, включенные в Федеральный регистр лиц в соответствии с номером 178 Федерального закона о государственной соцпомощи. Это инвалиды-воины, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и многие другие. Данные лица, сохранившие право на санаторное лечение при наличии медпоказаний, могут обратиться с заявлением в социальный фонд региона через госуслуги. Для этого необходимо предоставить справку для получения путевки по форме номер 070. Напомним, что в случае самостоятельного приобретения путевки на санаторно-курортное лечение гражданину не предоставляется компенсация за расходы.